тебе манит, а уставшая душа с каждым днем сильнее болит. День прожить, чтобы опять ночью просто не уснуть. Больше нечего терять, вдруг поняв простую суть. Потерпи еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь. Ты тянешь руки в небеса. Дима, помню, это ты вот это вот всегда делал. Ну, во-первых, я всех поздравляю. Да, Леня, да. Тем, что начался опять сезон, это очень здорово. Давайте знакомиться. Меня зовут Юлиана Мелкумян, я приехала к вам из города Саратова. И мне 22 года. Ну, это было сильно, Юлиана. Неплохо. Я скажу, да. Это у вас откуда в такой вот маленькой миниатюрной? Не знаю. Исходит. Ну, наверное, это все оттуда. Оттуда. Поэтому все и повернулись. Именно оттуда, сила да. Земли вам помогает. От сердца. Расскажите про себя. Что случилось с первой фразой у вас? Юлиан. Ну, а нервы? Я прям вот. Я понял. У меня аж вот. Да. У меня настолько все. Я не ожидала. Первая фраза сбила с толку. Я потом долго приходил в себя. Но потом собралась и показала такое просто. Ну, спасибо огромное. Здорово, я на самом деле не думала, что так все получится. Я вот стою, у меня мурашки по коже, вот вы повернулись. Опять мурашки. Так ради этого все сделаете. Я хочу добавить. Мне кажется, что музыка, она уже шагает сама по себе. Если к этому приплюсовать еще и отношение к ней, которое да, вы сделали. Да, и еще добавить Григория Лепса, вообще... Нашего неподражаемого Григория Лепса вообще смесь бы была супер. Они, но в принципе, смотрите. Вот, ничего музыки не понимают. Я-то знаю, что это. Да, мы всегда добавляем. Я в принципе все. Я очень хочу, чтобы такой бриллиант, как вы, был именно в моей команде. Пожалуйста. Хорошая попытка, я считаю. А можно я так же сделаю? Нет, их много. Мне нужен бриллиант, пожалуйста. И опять же, я не хочу, чтобы вы забывали про салфетку. Я не думала, что все так получится. Действительно, все понятно и без того. Ой, Господи. Я пойду к Григорию Лепсу.
Спасибо, спасибо, спасибо.